Здорово. Меня много раз спрашивали, где взять денег. Сейчас я покажу 5 мест, где можно нафармить их. Я сходил на основные известные мне места и узнал, сколько я могу получить денег за час фарма. Первое и всем известное место – это фарм негров на 5.2. Этот способ позволяет нам получить около 12 тысяч в час. Приходим на локацию фермы, ищем там спавн мобов, становимся и набиваем с них штаны. Нас интересуют только поношенные и целые. Рваные не имеют особой ценности, поэтому не стоит захламлять сумки. Полученные штаны мы можем продать торговцу в Силосии за 150 и 100 соответственно, если у вас взят перк хозяин ломбарда. Следующая наша позиция – это локация 3.1, и там мы будем фармить этих мобов. С них мы добываем помповые ружья и патроны калибром 223. Скажу сразу, что это место не для новичков, здесь необходим сейф. Без него здесь, в принципе, никак не нафармишь. Полученные патроны и помповые ружья мы продаем в оазисе. Здесь они имеют максимальную цену. Таким образом мы получаем наибольшую выгоду. За один заход мы получаем что-то около 10 тысяч, и в час мы можем нафармить до 30 тысяч. Третий способ – это фарм садистов на локации 4.1. Этот способ похож на предыдущий, только здесь мы собираем ржавое оружие, хотя бывает выпадает и целое. И основная добыча – это патроны калибра 38. Также с них выпадают непосредственно деньги, что тоже хорошо. Ржавое оружие продаем торговцу в Силосии, ну и патроны в принципе тоже. Можем продать ему, хотя в оазисе они будут чуть подороже. На садистах мы можем получить 30 тысяч в час. Следующая наша точка, это мое любимое место фарма, находится на локации 6.1. Основная добыча с этих мобов это наплечники и непосредственно сами деньги. Также выпадают медикаменты и может выпасть что-то относительно ценное, например, вон нагрудник МК-3 выпал. Здесь нам необходим донат-сейф, хотя можно поставить и с обычным, но это не так эффективно. Доход здесь будет около 30 тысяч в час, если фармить с одним бендером и одним сейфом. Ну и наконец, пятое место – это арена.
Арену я бы отнес к отдельной категории заработка, потому что здесь может вообще ничего не выпасть, а может и выпасть дофига жетонов. Сюда мы ходим именно за жетонами. Мне за час фарма выпало 2 жетона. Это, в принципе, средний показатель, потому что здесь за час может вообще ничего не выпасть, а может выпасть 4 и 5 даже жетонов. Но дело в том, что после этого вам нужно будет найти игроков, которые у вас купят эти жетоны. Я не люблю долго искать покупателя, я продал их по 12 тысяч за штуку. Итого за час я получил 24 тысячи.